С 10 октября началась выдача паспортов действительных 10 лет. До сих пор такие документы выдавались на 7 лет. Теперь в них не указывается группа крови и отсутствует графа «национальность». Их можно оформить на основании электронной подписи. Стоимость осталась прежней – 850 леев за 30 дней, 1490 за 5 дней и 2980 леев за час. Граждане нашей страны, находящиеся за границей, в дипмиссиях и консульствах могут оформить документ за 30 евро в 30-дневный срок и 53 евро за 5 дней. Молдавский паспорт находится на 46-м месте в мире по мобильности. Граждане республики могут посещать без виз 122 страны. Самым мобильным является паспорт Японии. Граждане этой страны могут посещать без визы 190 стран мира. 3 месяца назад Япония делила первое место с Сингапуром, но, получив безвизовый доступ в Мьянму, оставили его на 2-м месте. Германия, которая еще недавно была бессменным лидером, занимает 3-е место – 188 стран. Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. 4-е место разделили Дания, Италия, Испания, Финляндия и Швеция. Украина за 3 месяца опустилась в рейтинге с 38-го на 41-е место, но это произошло только за счет движения других стран. Граждане Украины по-прежнему могут посещать без визы рекордные для страны 128 государств. Такой же показатель у паспорта Никарагуа. В начале года украинцы могли путешествовать без виз в 114 стран мира.